Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло У. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор фируловой кислоты. Натуральность, экологичность и эффективность – это главные составляющие природных растительных компонентов, которые пребывают в большом приоритете среди других косметических ингредиентов. Природа всегда щедра и изобретательна в своих дарах. Фируловая кислота представляет собой натуральный продукт растительного происхождения, получаемый из рисовых отрубин. Внешний вид – белый, иногда светлый, желто-коричневый кристаллообразный порошок. Обладает мягким приятным запахом. Свойства фируловой кислоты таково. Осветляющее воздействие, прекрасные кондиционирующие свойства, антивозрастные способности, такие как разглаживание кожи, придание упругости, повышение ее тонуса и уменьшение проявления морщин. Выраженное противовоспалительное действие успокаивает, снимает раздражение и другие проявления аллергических реакций. Заживляет раны, язвы, порезы, улучшает цвет лица и состояние кожи, профилактика и устранение пигментных пятен. Укрепление стенок сосудов и стимуляция микроциркуляции крови. Косметические свойства таковы. Косметика для пляжа, антивозрастная линия косметических препаратов, дневные кремы для лица, шеи, зоны декольте и увлажняющие действия. Отбеливающая косметика, косметика для макияж, водные аэрозоли. Вот такой баночке мы отправляем фируловую кислоту нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!